двигается снова в лес. Вообще такая милая, с таким носиком. I'm coming in a second, it's so cute. Run away from me or not? I know. I pretty much. Hi. It's scared. It looks like a... so cute. No, I've never seen them like here before. It has such a tiny little legs. Джошечка, it's scared. Don't touch it. Josh, I'm making a video. Let's leave it alone because it doesn't appreciate it. Here is cute, but I think that probably doesn't like it. Probably to use camera rather than phone because I don't have enough. It doesn't just... It's afraid of people, I'm sure it doesn't like it. Джош вообще очень-очень круто разбирается в природе. Вот пенек. Приходим через пенек, говорят, вижу какую-то рыжую паутину. Похоже, что тут будет паук, который называется Golden Orb Weaver. И... Та-да-дам. Очень прочная паутина. И очень огромный паук. Они вообще вырастают до размера почти птиц. И увидите, что он золотого цвета. И его паутина на солнце блестит золотом. Видно чуть желтоватый цвет. Не знаю, передает ли телефон или нет, потому что сейчас без камеры. Но
наверное, немножечко золотую паутину. Этих пауков полно в Сиднее, в ботаническом саду. А мы сейчас находимся рядом с речкой. Так, ребят, смотрите, думаю, будет интересно это увидеть, потому что мне часто задают вопросы о пауках. Заползают ли они в дом? Вот этот дом мы снимаем, я сейчас нахожусь на улице, сейчас покажу вам с другой стороны. И вот ко мне заполз вот такой вот паук, который называется Huntsman. Он не ядовитый, и я уже раньше показывала, как они выглядят, но вот по размеру он, наверное, с мой указательный палец. Мне кажется, эта камера этого не придает. И несмотря на то, что он такой вот, в принципе, достаточно небольшой, это всего лишь детеныш, то есть они растут намного больше размера, этот паук нереально быстрый. Looks like hairy, but it's not hairy. Yeah, шаметан. Это ящерица называется шаметан, голубой язык. Yeah, that's true, because now it's warmer, stuff can come out, isn't it? Just sit in the sun. Meaning that there are butans around. Сейчас еще зима, но начинаются первые теплые дни. I'm not even sure whether it's red belly because you see it's so flat. Yeah, it's a red belly. Can't really see any red stuff on it. They're just flat now, just trying to get more heat. Мы собирались пройтись на прогулку, на которую я ходила раньше, туда вот вниз. Но после того, как я видела эту огромную змею, решили, что нет. Все. Вот еще один из моментов. Мы возвращаемся на следующий день посмотреть, есть ли здесь еще эта змея. И Джош сказал, что он ее увидел. И я ее тоже вижу. О, ну... Sorry. Она испугалась. Это краснобрюхая змея тоже, которая ядовитая, но не супер ядовитая. И мы их видели огромное количество в прошлом году. Просто такой дисклеймер, это то, что, в принципе, встречается в Австралии вот только вот в таких, в принципе, местах, да, не на дороге в городе. И начинает встречаться, когда начинает погода теплеть. То есть первые такие теплые весенние деньки, в основном активность этого всего повышается. No, it's gone. Completely? Yeah. Is it the bell again? So I should finish this open up.